приставал к посетителям, пинал, плевал. Сергей Изотов – один из нескольких очевидцев, которые в этот вечер наблюдали за непонятным поведением посетителя кафе. Мужчина вел себя дерзко, показывал странное удостоверение. Свидетели вызвали на место полицейских. Пока их ждали, агрессивный человек попытался уехать. Сел за руль и попытался поехать. Я как бы подошел к нему, говорю, куда вы собрались ехать. Он завел машину, чуть-чуть, где-то сантиметров 20, наверное, 30 проехал. Я как бы его пытался остановить. Он там, ну, дверь не давал ему закрывать. Я хотел закрыть дверь и уехать, короче. На место подъехали сотрудники патрульно-постовой службы и госавтоинспекции. Очевидцы говорят, что во время задержания досталось и полицейским. Его не могли скрутить, он все сопротивлялся, дрался. Проезжал мимо КАМАЗ 15-й, как бы я его остановил, как бы, чтобы они это помогли ему задержать. Все понятно. Он пытался скрыться, сбежать, там, угрожал расправой. Мужчину сначала доставили в наркодиспансер, но сдавать анализы он не захотел. Данный водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это статья за публичное оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей. Автомобиль челнинца помещен на спецстоянку, а сам он был отправлен в отдел полиции. Светлана Фардеева, Валентин Кулагин, новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.